Где же чертов выключатель? А! Никогда не знаешь, что тут можно найти внизу. Поверить не могу, я врезал женщине. Беременной женщине. Надеюсь, мой подарок искупит вину. Я отправил кое-что для ее малыша. Хорошо. Надеюсь, ему не надо памперсы менять, а то после прошлого случая немного побаиваюсь. Нет, нет, ты тупица. Это не присыпка, это красный перец. Получай. Ладно. То есть я даже не знаю, где лежат мои документы и родословные. Что, нет других способов заработать деньги? Я пробовал, поэтому-то я и пошел на ту телеигру. Вопрос на $800. Этот краситель использует 98% косметических средств. Дерри! Что? Ой, извините, извините. Что такое Дерри? Давай. Крис, это гоночный болид, на котором ты выиграешь мыльное дерби. Но, пап, я должен был построить его самостоятельно. Таковы правила. Да ладно тебе. Правила созданы для того, чтобы их нарушать. На кнопку не нажимать. Эй, никогда не принимай отказа, Крис. Ты же Гриффин. А Гриффин никогда не знает, когда нужно остановиться. Разряд. Разряд. Вы спасли мне жизнь, доктор. Разряд. Сил. Свежей жизни вместе с Минтос. Свежей жизни с Минтос. Свежий полон сил. Минтос. Свежее решение. Ну что за идиотская реклама? Теперь ни за что Минтос не куплю. От нее никакого толку. Должен убить Линкольна. Вот черт, извини, дорогая. Я бы помог тебе прибраться, но ты же знаешь, какой хреновый из меня помощник. Уже забыла, как я ходил в прачечную? Посмотрим. Рубашки, штаны. Ну вот, пару потерял. Эй! Эй! Добро пожаловать в Нарнию. Я мистер Тамнос. Верни носок, сволочь парнокопытная. Эй! Ты победный. Наверное, вам это покажется глупостью. Ничуть. Этого ты нам не говорил. Питер, так это твои козни? Да, попробуй поймай. Я тебя уволю. Блин, что если меня уволят? Придется возвращаться на старую работу топ-моделью Кельвину Клейну. Я не хочу быть как все. Но я не хочу быть другим. Я просто хочу быть. Как же звали того злодея из трона? Это сводит меня с ума.